Это конфликт кого с кем? Там теперь присутствует Россия в виде военных сил. Сейчас-то они отвоевали. А что теперь будет с Арменией? То есть она согласится с этим? Это ничтожный документ. Ситуация, когда у двух сторон отсутствует мышление, вы в принципе договориться не можете. Потому что дурак с дураком договориться не может. Я вітаю глядачів, слухачів та підписників Політеку онлайн. Сьогодні мій співрозмовник, філософ та публіцист Сергій Дацюк. Пане Сергію, радий вас бачити. Здравствуйте. Сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабаху. Процитую Пашиняна: «Я підписав заяву про припинення Карабахської війни. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто, для нашого народу. Я ухвалив це рішення у результаті глибокого аналізу військової ситуації, оцінки людей, які найкраще її знають. Пізно ввечері 9 листопада люди, які не задоволені рішенням влади про припинення війни, увірвалися до будівлі уряду. Зокрема, зараз ми можемо бачити те, що відбувалося під стінами Кабінету міністрів. І Володимир Путін ухвалив рішення відправити миротворчу місію Російської Федерації до Нагірного Карабаху. Пане Сергію, я пропоную обговорювати тему російською, тому що у нас велика російськомовна аудиторія. Зокрема, що ви думаєте про ці події, про це рішення? Це порушення світопорядку? Смотрите, вопрос как бы в том, что существующий миропорядок, он держался на международных договоренностях, правовых нормах, даже некоторых негласных соглашениях. И то, что происходит в последнее время, мы имеем столкновение существующего миропорядка вот на этих разных уровнях. И как бы структурах общественного сознания, которые никуда не девались. То есть архаичных, относящихся к разным периодам. Как бы период традиционного времени, период возникновения наций, период переселения народов и имперских войн. И в частности, здесь мы имеем дело с, без сомнения, великой цивилизацией армян, которая вступила в противостояние с тюркской цивилизацией или империей, получила травму. И попытка вернуть Нагорный Карабах, она была связана с этими фантомными болями. А сейчас, в результате того, что вроде как вот этот вот статус-кво возобновлен, но на самом деле никакого возобновления нет, поскольку принадлежащие территории, ну, в том или ином виде возвращена, но там теперь присутствует Россия в виде военных сил. То есть фактически она получила возможность и право на вмешательство в результате этой войны. И мы имеем возникновение вполне себе реального очага конфликта России и Турции, который является законсервированным. То есть у России с Турцией есть много столкновений. И по Сирии, и по, ну, как бы по всему фактически Востоку. Но дело в том, что там Россия присутствует как элемент экспансии мирового жандарма. Но здесь, между Арменией и Азербайджаном, она присутствует в результате вот, собственно, проведенной геополитической игры. Потому что ее невмешательство в этот конфликт фактически было игрой за то, чтобы привести туда свои войска. И в этом смысле мы можем анализировать крушение или разрушение этого мирового порядка через попытку возникновения вот всех этих фантомных болей, всех этих архаичных структур, которые сегодня оказываются на переднем плане. Любые комментарии, которые мы слышим, там, например,
что Россия договорилась с Турцией за счет Армении или что Азербайджан решил свои проблемы за счет того, что позволил России очутиться в непосредственной близости возле себя. Азербайджан решил свои проблемы за счет того, что попал под большее влияние Турции и так далее. Это лишь подтверждение того, что мировой порядок больше не регулируется существующими международными договорами. Возникают так называемые фиксированные или законсервированные зоны конфликта, которые создаются целенаправленно и умышленно. То есть, грубо говоря, мы сейчас не можем говорить о том, что мы в ситуации войны, там третий или четвертый, как считать, или даже пятый, смотря как считать. Например, там, если там, первый считать Александра Македонского войну, там, второй это попытку монголо-татарского завоевания, то тогда Первая мировая окажется третьей, Вторая мировая четвертой, и как бы мы будем иметь пятую, или, возможно, менее пятой мировой войны. То есть фактически создаются узлы или точки конфликта на тот случай, когда станет все плохо, и мы дойдем до этой войны. Вопрос. Можно ли без этого? Что хотят получить участники? И является ли это адекватным перспективой? И что они уже отримали, станом на сегодня? Нет. Вопрос не в том, что они получили. Потому что каждый из них сегодня рассматривает, ну, кроме Армении, конечно. Вот все три стороны, кроме Армении, рассматривают как победу. Турция получила больше влияния на Азербайджан. Россия вела войска и как бы является теперь оператором этого конфликта. Азербайджан получил территории, ну, в том или ином виде. Проиграла только Армения. Вопрос, что теперь будет с Арменией? То есть как бы модель дальнейшего развития ситуации в Армении, это и, собственно, и будет для нас очевидной демонстрацией того, что будет происходить. Потому что, смотрите, вот этот конфликт, который сейчас перенесен вовнутрь, это конфликт кого с кем? Они не согласились с решением власти. А власть поняла, что если она будет дальше продолжать сопротивление, она через буквально несколько недель или месяц оказывается в ситуации гораздо худшей, чем та, которая сегодня. И чтобы не оказаться в ситуации гораздо худшей, она законсервировала эту ситуацию. То есть поступила стратегически, ну, как можно более стратегично, насколько можно было возможно в этой ситуации. А зачем это России, зачем это Турции? Обе эти стороны имеют имперскую историю. Обе стороны рассматривали свое существование через территориальную экспансию. Вопрос. В ближайшее десятилетие территориальная экспансия будет иметь значение? Она будет системообразующей для мировой политики? Ответ – нет. Территория не имеет такого значения, как она имела в предыдущей эпохе. Сейчас принципиальное значение имеет способность создавать зоны инноваций, способность предъявлять новое пространство, там, виртуальная реальность, сфера роботов, сфера генных исследований, да? Предъявлять новое пространство, куда инвестируется энергия молодых, куда инвестируется капитал. И не только финансы, прежде всего социальный капитал. Грубо говоря, люди, обживая это пространство, приобретают смысл, приобретают мотивации, тратят на это время. Вот это будет являться принципиальным для перспективы. Не освоение территорий. Ну, грубо говоря, когда у вас есть масса дикой или сильно отличающейся по уровню развития территории, понятно, вы производите экспансию и как бы осваиваете пустоту. Это понятно. Что делать после того, как весь мир освоен? Вести войны перераспределения? Ну и в чем отличается присутствие, там, скажем, Армении на Горном Карабахе от Азербайджана на Горном Карабахе при приблизительно технологическом, социальном и другом равенстве? Ничем. То есть с точки зрения
продвижения или цивилизационной перспективы, это ничтожные действия. Ничтожные. Кому будет принадлежать Нагорный Карабах? Но с точки зрения фантомных болей, оно имеет смысл. Или, скажем так, оно имеет смысл только с точки зрения фантомных болей. И в том, что мышление отсутствует как у Азербайджана, так и у Армении, мы получаем, ну, как бы малую модель отношений. Да? Те, кто за ними стоит, да? Турция и Россия. Потенциал Турции при всем их обскурантизме в исламе в технологическом плане неизмеримо выше. Почему так происходит? Потому что Турция сделала ставку на развитие технологий, прежде всего наукоемких технологий, и отказалась делать ставку на социальные отношения, то есть на сферу гуманитаристики. То же самое попыталась сделать Россия, просто результаты у России хуже, чем у Турции. Во-первых, территория больше, социальные издержки больше, свои ограничения, связанные опять же с тем же православием и олигархической экономикой. У Турции свои ограничения, те, что связаны с ограничением, собственно, ислама и проникновениями в разные сферы социальной жизни. То есть у каждого свои ограничения, но на выходе мы получаем такую же неспособность получить инновационные инновации, да, или как бы зоны инноваций, такую же неспособность создавать сферы, куда можно инвестировать энергию. И вот в этом плане Турция и Россия соизмеримы. У них нет перспективы в этом направлении. Поэтому территориальные споры не дают принципиального преимущества ні Турції, ні Росії. Пане Сергію, а яким ви бачите майбутнє Вірменії, зокрема Пашиняна? Мене не цікавить майбутнє Армінії і, в частності, окремих лиц. Мене цікавить майбутнє гуманітарної сфери і мислення, в тому числі в Азербайджані і Армінії. Возможно ли вообще возникновение сил, которые способны нечто предъявить в этой ситуации? То есть мышление возрождается непредсказуемо. Оно может возродиться и в Армении, точно так же и в Азербайджане, и в Турции, и в России. Ему все равно где быть. Но оно очень плохо живет в ситуации ресентимента, национализма, фантомных болей и любой эксклюзивности. Любой. То есть, сколько эксклюзивности сегодня проявилось в мире? Или исключительности, да? Расовая исключительность. Национальная, она же националистическая исключительность. Классовая исключительность. Никуда не делась. Вон, конфликт в Америке. Это очередной раз показывает. Мы не думали даже, что левое движение так сильно захватит Америку. Да? Гендерная исключительность. То есть, женщины требуют все больше прав, да? И исключительность гендерной ориентации, ЛГБТ и тому подобные сексуальные, связанные с ними ориентации, или правильно говорить, гендерные ориентации. И все это об исключительностях. Почему это происходит? Происходит потому, что мы вошли в зону турбулентности и быстрого времени. В зоне быстрого времени и турбулентности возникает очень сильная неравномерность, а стало быть, преимущества, в том числе финансовые, социальные, политические, распределяются неравномерно. И возникает очень много в социальном плане пораженных классов, партий, частей общества, в общем, кластеров. Вопрос в том, как вы будете рассматривать эту неравномерность? Ну, представители расового подхода говорят, ну, конечно, через расу. Представители классового подхода говорят, конечно же, через класс. Представители национального подхода, ну, конечно же, через нацию. Вот тут приходят феминистки и говорят, вы все неправы. А який підхід провалюватиме? А який підхід провалюватиме? Так вопрос не в том, что у вас подход какой-то должен оказаться превалирующим. Вопрос в том, что ни один из этих подходов эксклюзивности или исключительности не имеет смысла и перспективы.
что неравномерность преодолевается непростыми решениями. Если в мире есть неравномерность, то от того, что вы сделаете свою нацию сильнее и больше имеющей возможность воспользоваться преимуществами, вы породите только неудовольствие, зависть и ненависть других. И в конце концов это ведет к возникновению недовольствия, войны, и опять как бы чашка весов должна склоняться в другую сторону. И так бесконечно. Смысл преодоления неравномерности состоит в возникновении видения, которое не предполагает никакой эксклюзивности. Это инклюзивное видение. Человечественное. Но поскольку оно берется только очень сложным мышлением, мы не можем его увидеть нигде. Ни в Украине, ни в России, ни в Европе, ни в Америке, ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в Турции, ни в России. Нигде мы не можем увидеть этого сложного человеческого мышления. Поэтому мы получаем войны вот такого типа, с фантомными болями, националистическими или даже имперскими. И поэтому мы можем в этой ситуации доходить до любого уровня разрушения. Вот до любого. Недавно Переслегин взял хороший клип такой о фазовом переходе, где показал последовательность этих разрушений. И в основе неизбежности этих разрушений как раз и стоит наличие разных типов эксклюзивности или исключительности. И отказ от мышления. Отказ от гуманитарных процессов или от ситуации, где гуманитарные процессы являются базовыми. Вот если вы произвели этот отказ, все, потом возникает целый ряд падений, которые происходят. Ну, он там приводит в своем клипе эти падения. То есть, как бы вначале технологические, затем в энергетике мы получаем падение. После энергетики разрушается коммуникация, затем сельское хозяйство, а потом уже борьба биологического вида за выживание. Ну, то есть, как бы, и мы можем остановиться на любой стадии, а можем пройти их все. И вот Азербайджан и Армения показывают, что это вполне себе допустимый путь. Потому что сейчас-то они отвоевали. А что теперь будет с Арменией? То есть она согласится с этим? Нет. То есть мы же не решили конфликт путем обсуждения гуманитарной ситуации на уровне мыслителей двух стран. Потому что мы же взяли политиков и оформили только политическое соглашение. Мы не взяли интеллектуалов Азербайджана, интеллектуалов Армении, не попытались услышать их договор. Но гуманитарная складова в подписании угоди геть відсутня. Так в этом же и проблема состоит. Мы не проработали гуманитарные аспекты этого соглашения. Если гуманитарных аспектов нет, это фактически мы просто иначе подвесили конфликт. То есть он до этого был подвешен, когда незаконно Нагорный Карабах принадлежал Армении. Сейчас он подвешен в ситуации, когда Азербайджан вернул себе значительную часть Нагорного Карабаха, но Армения с этим не согласна. То есть это тот же конфликт, но иначе подвешен. До речи, пане Сергію, один из пунктов цієї угоди – миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення. Це чистий політичний підхід. От чисто політичний. З політичної точки зрення к этому претензий нет. С гуманитарной это ничтожный документ. Потому что мы имеем ситуацию, где у Азербайджана нет мышления по поводу этого. И у Армении нет мышления по поводу этого. Ситуация, когда у двух сторон отсутствует мышление, вы в принципе договориться не можете. Що дурак з дураком договориться не може. Пане Сергію, а у вас не складається враження, що цей документ писала фактично лише одна сторона? Це не має значення, хто писав цей документ. Я говорю, там мислення є. Ну, а якби писали дві сторони, думаєте, він був би краще? Можливо, політично. Там мислення є. Там немає гуманітарної составляющей, там немає видіння перспективи. Вони не розуміють, що з ними відбувається. Не розуміють. И не пытаются это понять. Вот в этом проблема. Наслідки цього нерозуміння.
уже описал. Они очаг, законсервированный очаг конфликта на тот случай, если будет большая война. Или очаг конфликта при фазовом переходе, когда будет разрушение по тем этапам, которые я из Переслегина прописал. Вот вам следствие. Експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса теж вже висловив свою думку, свої думки з приводу цієї теми. Зокрема, написав наступне, процитую мову оригіналу. А для України, кстати, тут не очень хороший урок. Проецируя эту эскалацию на нашу ситуацию и тем, кто это делает, я скажу, что мы тут выступаем как раз в роли слабой стороны, которую могут также спокойно разыграть путем нехитрых закулисных договоренностей. Ну, с политической точки зрения это так и будет, но у Украины есть хорошие шаги, и они не в политике. Они в гуманитарной сфере. Мы отказались идти гуманитарным путем. Просто отказались. У нас была такая возможность. Евромайдан давал нам эту возможность предъявить социальные инновации, принять принципиально иную конституцию, перестроить свою жизнь, избавиться от фантомных болей, предъявить целый набор социальных инноваций, прежде всего социальных. Что можно сделать, ну вот как бы не имея никаких вообще технологий. Никаких. Одним лишь умом, одним лишь мышлением. У нас был этот путь. До сих пор у нас остается этот шанс. Но проблема в том, что мы все глубже заходим в ситуацию некомпетентности. Все глубже и глубже. И в ситуации сегодняшней я даже не вижу ни единой возможности для нас разрешить проблему Крыма и Донбасса в ближайшем будущем. Ни единой. Тимчасово закрыто питание. Оно не закрыто, понимаете? Закрытие – это тоже определенным образом субъективное действие. Когда от вас зависит, открыть его или закрыть. Это не ваше решение. Это не мы ее закрыли. Это нам его взяли и закрыли. Поэтому мы как раньше не влияли на открытие-закрытие, так и сейчас не влияем на закрытие и открытие. Поэтому мы будем терпеть только последствия. Такая наша роль. Незавидная. Яку роль мы можем зіграти іншу? И что для этого треба зробити? Мышление, еще раз мышление. Интеллектуализм. Только так, только этим путем. У нас нет больших финансов, чтобы мы могли решить эту проблему. У нас нет огромных ресурсов, на которых мы могли бы сыграть. У нас не осталось от Советского Союза военной силы, которая могла бы быть... Ну, хотя бы продержаться до этого конфликта. Это другой вопрос, каким образом это было уничтожено. Конечно же, при помощи врага. Да? При прямом участии врага наш военный ресурс был уничтожен. Понятно. Но вопрос не в этом. Мы не можем ни на что опереться. Единственный какой шанс у нас был, это социальная энергия революции и мышление. И мы это слили в унитаз. Теперь только последствия. Тепер тільки маємо наслідки. Дякую. Сергій Дацюк, філософ та публіцист, був гостем студії «Політека онлайн». Дякую всім за увагу і дивіться «Політеку». На все добре.